Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Президент Watches». Сегодня мы расскажем вам о часах Casio Edifice модель EF558D1A. Корпус и браслет часов изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Застежка клипса с дополнительным предохранителем, который предотвращает случайное открытие замка, а также с двумя ушками по бокам, которые открывают замок. Задняя крышка стальная с информацией о модели. Циферблат защищает прочное минеральное стекло. Способ отображения времени аналоговый. На стрелке ириски нанесено светонакопительное покрытие, которое хорошо видно в темноте. Есть окошко с датой и окошко с днем недели. Также есть два малых циферблата, нижний из которых отвечает за работу секундной стрелки текущего времени, так как большая секундная стрелка на основном циферблате отвечает за работу хронографа. И за работу хронографа отвечает еще малый циферблат верхний, рассчитанный на 60 минут, а также шкала слева, рассчитанная на 5 часов. Это все хронограф. Механизм часов кварцевый, точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц, питание от литиевой батареи SR927, рассчитанной на срок службы до 3 лет. Класс водозащиты 10 атмосфер, с этими часами можно плавать и нырять на небольшую глубину. Габариты: длина от ушка до ушка 51 мм, ширина 49, толщина 14 мм, вес часов 197 грамм. Для того, чтобы установить дату, время и день недели, используется коронка, расположенная справа на корпусе, по центру. Нужно ее сначала освободить из резьбы, поворачивая против часовой стрелки. Далее отводим на один щелчок для того, чтобы установить день недели, поворачивая по часовой стрелке, или дату, поворачивая против часовой стрелки. Чтобы установить время, отводим коронку еще на щелчок в сторону, получаем доступ к стрелкам. После настройки не забудьте вернуть коронку на место, плотно прижав к корпусу и закрутив по часовой стрелке, необходимо сделать для обеспечения герметичности механизма. Хронограф управляется двумя кнопками, расположенными выше и ниже центральной коронки. Верхняя кнопка запускает хронограф, она же останавливает, сбрасывает до нулевых значений нижняя. В комплект с часами идет инструкция и гарантийный талон с уникальным серийным номером, условиями гарантийного обслуживания и перечнем сервисных центров. Упакованы часы в фирменную коробку. На этом все. Спасибо за внимание.